На базе КФУ открылась международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем». Это мероприятие, одним из организаторов которого стал КФУ, уже 7-й год подряд входит в деловую программу Татарстанского нефтегазохимического форума. Мы в 7-й раз уже проводим конференцию научно-практическую «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем». Ну, соответственно, 7 лет назад в рамках нефтегазохимического форума была высказана заинтересованность, что вот геодезические, геоинформационные технологии, они тоже должны находить свое отражение в этом огромном, очень важном для республики мероприятии. 5 сентября состоялась экскурсия в Инженерный институт Казанского федерального университета. Участников конференции ознакомились с инновационными разработками ученых приоритетного направления «Астровызов», часть которых уже внедряется в производство. Очень большая заинтересованность вот нефтегазохимического сектора вот в тех технологиях, которые продвигает Казанский федеральный университет. Участие в конференции принимают около 150 специалистов в области геодезии. Участниками конференции стали представители различных министерств, ведомств, компаний, вузов и других организаций федерального и регионального уровня. Конференция завершилась в астрономической обсерватории имени Энгельгарда КФУ. На базе обсерватории прошла работа секций, на которых обсуждались актуальные вопросы геодезии. Во время секционных заседаний свои исследования смогли представить и магистранты Казанского федерального университета. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.